Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. Тема данного обзора будет люстра от производителя Wunderlicht. Состоит коллекция из данной модели с люстрой на 5 плафонов. И есть еще к ней бра с одним плафоном. Каркас люстры полностью из металла. Цвет белый, покрытие глянцевое. Шарики вот эти разноцветные тоже из металла. Они, кстати, съемные, они накручиваются по резьбе. Почему-то мне кажется, что кто-то захочет их перекрасить. Поэтому, если что, это информация для вас. Плафоны из матового белоснежно-белого стекла диаметром 12 см. Принцип крепления плафона — это две пружинные лапки. Патроны здесь G9 из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я установил LED-лампы потреблением 7 Вт, а выдает каждая такая около 60. Ограничений по размеру лампы здесь нет. То есть отверстия посадочные в плафоне, они достаточно большого диаметра, поэтому смело выбираем лампу любой формы и размера. Ну, именно G9. Включенная люстра выглядит вот так. Ну, с освещением здесь все в порядке. Плафоны, да, они из матового стекла, но стекло само по себе не сильно плотное, поэтому, в принципе, свет пропускает оно хорошо. И с таким стеклом свет всегда рассеивается равномерно и качественно. То есть осветит люстра комнату очень хорошо. Площадь комнаты для данной модели может быть даже до 20 квадратных метров. Там уже в зависимости от типа и назначения данной комнаты. Высота люстры максимальная 70 сантиметров. Вот эта стойка состоит из двух частей, то есть это трубки, которые между собой соединены резьбой. Одну можно убрать, тогда высота люстры составит 44 сантиметра от потолка. Вот эти рожки, они в принципе тоже подвижны. Теоретически можно их направить вверх. Но в таком случае остро будет стоять вопрос мощности лампы. То есть в любом случае это LED-лампа, но она должна быть какой-то минимальной мощности. Пусть не минимальной, но средней. То есть максимальной точно нельзя. Почему? Потому что здесь есть отверстие для выхода тепла. То есть когда у нас плафон в таком положении, тепло это через отверстие выходит. Когда мы его ставим в такое положение, теплу выходить некуда. И если будет слишком высокая мощность лампы, то плафон может лопнуть. Такая вероятность присутствует, даже несмотря на то, что мы не используем галоген лампы, а это будет LED-лампа, все равно тепло там накапливаться будет. Крепится люстра с помощью монтажной планки, диаметр потолочной чаши 10 см. Да, и кстати, высота люстры, если плафоны у нас смотрят вверх, и с полной этой стойкой высота составляет 55 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!